Гульмайдан Сундетова – выдающаяся личность казахской сцены, деятель культуры Республики Казахстан, обладатель медали «Ерен Ембега Ишин», почетный гражданин Исатайского района, провела творческий вечер на родной земле. В нем приняли участие мастера культуры, представители местной самодеятельности, интеллигенции и ученики. На мероприятии звучали песни, были исполнены танцы. Гульмайдан Сундетова – одна из самых признанных в нашей области и в Казахстане исполнительница традиционного казахского пения. У нее особенная музыкальная эрудиция, неповторимый природный дар, удивительные по силе и красоте тембр голоса. В ходе мероприятия, организованного в рамках празднования 55-летия областной филармонии, публике были розданы записи песен и клипов певицы. Исатай ауданының құрметті азаматы, жерлесіміз Гүлмайдан Сундетованың концертіне келіп тұрмыз. Мы приехали на концерт нашего земляка Гульмайдан Сундетовой, почетного гражданина Исатайского района. Мы все ее знаем, желаем дальнейших творческих успехов певице. Кымның сазын естіп өскен, Курайдың сыңғырын естіп өскен. Гульмайдан с малых лет стремилась стать певицей, сейчас она стала известной. Известный педагог, композитор, воспитывающий учеников. Вот такими людьми мы гордимся. На творческом вечере певцами филармонии были исполнены песни Бекенкуль Батырбековой, Айша Абиби, нашего земляка Жумекена Жмеденова, Менің елім, Нұралы Ажығалиева, Аккистауым. Енді әндер көп қой, соның біразы орындалды. Бұлың біздің филармония әртістері көп-көп алғысында айтам. Песен много, сегодня многие из них были исполнены. Большое спасибо моему коллективу филармонии, потому что благодаря моему коллективу все песни дошли до народа. Наша задача – научить исполнять и передать любовь казахских народных песен следующим поколениям. В конце мероприятия аким району вручил поздравительную открытку и накинул на плечи чапан. Иржан Черюенов, Сухия Каттар, Газетеле, канал Атрау из Исатайского района.